Всем привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить кокосовый крем для торта. Ну, у меня, как вы знаете, кто со мной всегда, что бисквитики у меня замороженные, и я буду завтра собирать тортик. Вот, очередной, да? По очереди у нас же, как оно. Вот. И решила я сделать кокосовый крем. Его нужно за сутки готовить. То есть, вот я его сегодня сделаю, а завтра уже будем украшать и собирать тортик. Ну вот, для кокосового, значит, крема нам понадобится 100 грамм белого шоколада, 30 грамм кокосовой стружки и 260 сливок 33% для взбивания. Вот, и для этого мы теперь будем делать, собирать сливки. Мы, значит, перельем сейчас в ковшик. Перельем и будем высыпать кокос, стружку кокосовую. Так, налили мы сливки в ковшичек, видите? И ни в коем случае не нужно довести сливки до кипения. Вот они у нас теплые уже. И мы сюда высыпаем нашу кокосовую стружку кокосовую и мешаем. На минимальный огонь убавили совсем, на небольшой, совсем маленький, ну, до конца, да, как бы. И нагреем еще для того, чтобы нам сюда добавить белый шоколад. Так, все, теперь добавляем белый шоколад, наши маленькие шоколадки для кондитерской, как раз для кондитера, для крема. Вот. И потихонечку мы будем их, чтобы растворялся хорошо. Как все приготовится, так мы сольем в другую емкость и уберем на ночь. И закроем обязательно пленочкой в контакт, ну, чтобы не заветривался. И корочка, чтобы не образовывалась. Так, чуть-чуть добавить. Вот. Сейчас у нас быстренько шоколад будет. Сразу чувствуется, когда начинает шоколад быстренько растворяться, значит, уже нагреваются сливки сильнее, да? Сливки нужно сразу раз, газ выключили, и мешаем просто уже на газу, но уже без выключено, то есть не нагревается. Вот, все, сейчас мы, ну, все хорошо, шоколад у нас до конца растворится. Вот так, друзья, знаете, крем очень вкусный. Он идет для прослойки торта, и точно так же можно украсить капкейки. Ну, кексики можно сделать, капкейки внутрь, значит, делаешь. Затем потом орешку туда, миндальный орешек один, и сверху делаешь Рафаэлу. Но у меня есть кексы, я потом украшу, когда крем сделаю завтра, и покажу, как на кексиках, на своих. Сделаю капкейк из них. Оставайтесь со мной, я завтра сделаю вам украшение как раз. И для торта будет у нас еще один крем. Я вот сегодня один вот сейчас кокосовый делаю крем, а затем потом с двух ингредиентов вообще сделаю крем, который будет у меня еще шоколадно украшенный. Ну, он, знаете, какой шоколадный? Он будет со сгущенки. Сгущенка и масло сливочное. Ну, все, друзья, сейчас перельем. Сейчас перельем и все закроем. Вот такой крем получился, видите? Вот такой вот жиденький крем, там кокос. Все. Размешали, размешали, размешали хорошо. И убрали на ночь. Вот, а завтра достанем и с вами встретимся. Сейчас я пленочку вот приготовила, в контакт закрою и вынесу. На улицу нет, замерзнет, в холодильник.
Так вот, друзья, утро, доброе утро. Вот наш крем стоял в холодильнике всю ночь. И вот сейчас я его взбила миксером. Видите? Вот такой вот он должен быть. Вот так. То есть вот это у нас получился кокосовый крем. И сегодня я буду собирать тортик. Ну вот, а пока что я просто показала вам, как я делаю кокосовый крем. А следующее видео у меня будет, или не следующее, а перед этим будет, как я сделала еще крем, который из двух ингредиентов. Это у нас там, значит, так, у нас, вот я его тоже достала. И там у нас сливочное масло и сгущенка. Вот из этих двух крем, вот эти два крема я возьму сегодня и буду собирать и украшать тортик. Кому интересно, оставайтесь со мной. Не проснулась, видно, еще. Ну ладно, с вами Людмила и канал «Кулинарим с Людмилой».